Четвертая книга Моисея, числа, глава 36. Пришли главы семейств от племени сынов Галаада, сына Махирова, сына Манассиина, из племен сынов Иосифовых, и говорили пред Моисеем и пред князьями, главами поколений сынов Израилевых, и сказали: «Господь повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилевым по жребию, и господину нашему повелено от Господа дать удел Салпаада, брата нашего, дочерям его. Если же они будут женами сынов которого-нибудь другого колена сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего. И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и от удела колена отцов наших отнимется удел их». И дал Моисей повеление сынам Израилевых по слову Господню, и сказал: «Правду говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женой кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено, ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу». Как повелел Господь Моисею, так и сделали дочери Салпаадовы. И вышли дочери Салпаадовы Махла, Фирца, Хогла, Милка и Ноа в замужество за сыновей дядей своих. В племени сынов Манассии, сына Иосифова, они были женами, и остался удел их в колено племени отца их. Сии суть заповеди и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона.